Здравствуйте, коллеги. Хотела бы поделиться с вами тем, как я в своей работе миксую Moodle и платформу Skyeng для обучения слушателей ХПК по программе «Английский язык для повседневного и делового общения». Сначала в своем курсе Moodle создаю тему. В данной теме размещаю инструкцию для слушателей, используя ресурс «Страница», где сообщаю то, что нужно выполнить, и прописываю дедлайн. В этой же теме размещаю элемент задания, куда слушатели прикрепляют скриншоты с выполненными упражнениями. Сами задания размещены на платформе Skyeng. В сложившихся условиях, когда все вынуждены работать дистанционно, могу порекомендовать данную платформу преподавателям английского языка. Сейчас использование данной платформы бесплатно. Регистрация очень проста, как и запись студентов на данную платформу. Платформа предлагает несколько учебных курсов в зависимости от уровня владения языком. Я выбираю нужную мне группу и учебный курс. Удобно то, что можно видеть результаты выполненных заданий в виде баллов. А также удобно то, что задания не нужно проверять, так как это делается автоматически на платформе. Еще одно преимущество данной платформы – это то, что в учебных курсах есть задания различных типов на аудирование, чтение и письмо. После выполнения заданий слушатели делают скриншоты упражнений и прикрепляют их в Moodle в элементе задания под названием «Отчеты о выполненных заданиях». Либо вы можете назвать это как-то по-другому. Таким образом, можно совместить в своей работе две платформы – Moodle и Skyeng. Надеюсь, что эта информация будет полезна.